Алло, здравствуйте. А вы кто? Бабушка Егора. А вы как? Вы здесь тоже играете? Или вы... А как вы трубку взяли? Вышла, а я же начала... Играю. А ну я тоже играю. Это... Дома у меня компьютер есть, так что я как что играю в игры. В разные. Ба! Нормально. Что? Ба, а что ты делаешь? Ну как что? Играешь? Играю же. Вот не понял. Ба, пожалуйста, сесть, пожалуйста. Хорошо, я встаю. Можешь садиться. До свидания. Да, до свидания, до свидания. Было очень приятно. До свидания. А это кто такие? Пошел. Стой, понял, стой. Ты что делаешь? Что это натворила? Что это? Кто это такие? Не понял, ты что, мы... Всем привет, дорогие друзья, с вами Серджо и... Фламер. Ну, что ты такой медленный? Ну, Фламер, да. Подписывайся на его канал тоже, он тоже там как бы есть, снимает антигриф. Слушайте, нашли нового грифера. Мы с ним давно уже забились, 2 дня назад, чтобы он нас приютил. Ну, просто написали ему в скайпе... И исчезли. Ну, сейчас ему все, звоним. Он, по идее, должен быть здесь. Все, звоним ему. Сейчас я его добавлю. Где он у меня здесь? Все, ждем. Алло. 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 О, здравствуйте. 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 А вы кто? Бабушка Егора. А, бабушка Егора? Да, бабушка Егора. То есть вы прям бабушка того Егора, который с нами должен был играть? Да. Ух ты, рад познакомиться. И я тоже рада. А вы как, вы здесь тоже играете? Или вы, а как вы трубку взяли? А где он? А он вышел, а я же начала... Играю. А ну я тоже играю. Это, дома у меня компьютер есть, так что я как что играю в игры. В разные. А, то есть вы уже не первый день, да, уже у вас опыт имеется? Конечно, у меня сын уехал, а компьютер мне оставил. Ух ты. Так что игры мне загрузил много, как приезжает, загружает новые игры там разные, я играю в компьютер. Прикольно видеть так. Ну а что делать больше на пенсии, тем более зимою? А, ну, в принципе, да, это классное занятие, играть в игры, поддерживаю. А что больше? Или с собакой гулять еще. Да, или можно с собакой погулять. Ну, больше нечего пенсионера, как нужна помощь внуку, с внуком прийти к нему, посидеть, побыть, пока родители на работе, вот прихожу к нему. А как он у вас вообще, часто в эту игру играет, вот Майнкрафт? Часто, часто. Со школы как придет и быстрее старается съесть. Да, есть такое. Оставляешь уроки его делать. Есть такое у детей, да, они любят часто вот играть в эту игру. Он у вас, кстати, хороший, мы с ним... Спасибо, это хорошо. А вы, может, как, может, вы прямо здесь разбираетесь, как, например, что это, вот алмазы, вот знаете, что это? Вот у него вся комната просто здесь вот в алмазах. Знаете, может, что это? Откуда это все у него? Он у вас грифер вообще? Вы знаете, что это? Нет. А, не знаете? Ну, грифер — это когда, например, игрок отнимает вещи у других игроков, как бы, и берет их себе. Вот это грифер называется. Ну, у меня в играх такого ж нету, поэтому... А, ну да, вам, в принципе, трудно понять, да и зачем вам это? Ну, но просто есть подозрение, что ваш внук вот как раз этим занимается, что вот он вот отнимает вещи у других игроков и вот себе присваивает. Вот у него здесь... Неужели? Не поверю этому, не должно быть. Ну, я вот сам вот надеюсь, что такого не может быть, но просто у него весь дом в алмазах. Вроде он такой, что сам, наоборот, отдаст. О! Друзьям. Это хорошо, если он так... Вот у него все забирают вечно эти игрушки-то, автоматы. А это вы, да, вот бегаете? Да. Да, просто заметно движения такие своеобразные, как бы необычные. Прикольно. Прикольно, да? А у вас он сейчас кушает, да, или что-то? Я просто забыл. На кухню пошел пообедать. Пообедает, устал. У него сейчас каникулы, да, наверное? Сейчас, сейчас у него каникулы. Мы ходили ко мне, собаку кормили, погуляли, щенок. Овчарки 6-й месяц у меня. Это хорошая собака. Так мы ходили, погуляли, покормили ее. Вот. И пришли обратно. Родители на работе его сегодня. А, вон как. То есть он у вас, когда родителей нет, он у вас как бы сидит, играет?
Да, родителей нет, они же на работе, я прихожу к нему сюда, к нему домой. Я в другом месте живу, в другом доме. Понятно. Ну так он у вас вообще спокойный, да, в принципе? Спокойный. А то мы с ним недавно знакомы. Ну вообще, с вами вообще приятно, вы какой хороший. Вроде ничего. Учиться вроде ничего. А как, может, у него там какие подружки уже есть, дружат там с девочками какими-нибудь? Да нет, по-моему, девочек нету. Ребят, мальчики все бегают. То есть пока он с мальчиками, пока девочки. Да, пока бегает с мальчиками, пока еще девочек нету. А ему сколько лет? 12. А, 12. Да, еще рано. Ну, хотя уже скоро, знаете, хотя уже... Ну, скоро, вот именно, что скоро. Да. Пока этого еще нету. Мы уже с вами почти 10 минут разговариваем. Это приятно с вами. Ну и хорошо, приятно мне с вами разговаривать. Вообще редко. Я первый раз, честно, встречаю вот так вот бабушку. Вот, приятную бабушку на редкость, я скажу. Вот. Ну, мы с Егором вроде дружим. Он так рассказывает, вопросы задает, так что все нормально у нас с ним. Это хорошо, это хорошо. Что он у вас там ест, да, так долго или как он? А он вообще придет, да. Нет, просто мы с ним хотели. Придет скоро, придет. Да. Придет, все нормально. Что? Ба, а что ты делаешь? Ну как что? Играешь? Я играю уже. Вот не понял. Ба, пожалуйста, съесть, пожалуйста. Хорошо, я встаю, можешь садиться. До свидания. Да, до свидания, до свидания. Было очень приятно. До свидания. А это кто такие? Что это за клоун стоит? Мы же с тобой. Пошел! Стой. Понял, что делать? Что ты натворила? Что это? Кто это такие? Не понял, ты что? Мы же только сейчас с твоей бабушкой играли. Она говорит, ты хороший. Мы просто играли с твоей бабушкой. Мы не хотели ничего, не воровать у тебя ничего. Нет. Стой, подожди. Мы с добрыми намерениями. Сейчас, давай я тебе опять что кобру. Что делаешь? Мне все равно. Давай, пожалуйста, кол пропишу. Убил. Ты рез вернешь. Не хочу. Идите вы, не знаю куда. Ну вот, я кол пишу, пожалуйста. Хорошо, все. Просто ты зачем убил-то? Мы наоборот за тебя. Нам сказали, что ты хороший, как бы. Ты кушал, да? Да. Что я ел? Что, борщ ел, так что? А, так. Прогибатор ты мне надоел. Иди отсюда. Ты что делаешь? Вау, спасибо за вещички. Ты же сказал, что вернешь вещи. Почему доски не могу взять, господи? Чё это? О, а это кто такой? Да, господи, что ж так лагает всё? Да лагает что-то, да, порой бывает. А у тебя, вот я видел на стене, вот алмазов у тебя много. Это откуда вообще? Что за стена? Откуда? Я грифер, я всех нубов убивал. А вот мы как раз у твоей бабушки спрашивали вообще, что это? Ой-ю. Она сказала, что ты хороший, а ты? Да. Я знаю. Я хороший. Ты хороший? А! Это что такое, фонтан или что? Ёх, кто-то лагает, да? Да! Что-то немного подлагивает. Блин, ну... Господи! Что-то, откуда ты газ, ты взялись? Почему у меня картины, блин? Вы серьезно это сделали? Ехать! А что происходит? Я не знаю, что у меня такое? Картины валятся! Как это возможно? Таких команд не существует! У тебя куча... Слушай... Что за фигня? Я не знаю, что у тебя за фигня. Как... Чего это? Как это исправить? Тут сходит, тут надоели. О! Фламер, что с ним происходит-то? А, что? Я. Кого? Не знаешь? Лина, сундуков нету, блин, нужна. Гост, как он меня зомбак убил? Вот тебя зомби убил. У нас тут на сервере зомби суперские, как бы. Блин, а что за фигня? Я штатхом ставил, я опять на сервере. Я на спавне, ладно. Блин, а. Что там про. Вы там мой дом не ломаете, надеюсь? А я как могу твой дом ломать? Я вообще этого делать. Верните меня обратно на сервер, я сказал. Так ты заходи, ты на сервере? О, я прописал хэд-хом. Что же у тебя со стенами-то происходит, а понять? Я не знаю, тут почему-то картины сейчас даже в небе висят. Мне нужно... Нужно быстро-быстро алмазы. Господи. Ой-ё. Быстро. Слушай, откуда это... тебя столько... То есть ты грифер, да, как бы? Ну, блин, это ты уже давно, наверное, заметил. Ну, по тебе пушка стреляет. Да, по тебе пушка и стреляет, антигриферская. А что... Ай, нифига, сука, я резов, быстро нужно все засунуть, быстро. Так, алмазы. Зомбак, иди отсюда. Ты задолбала меня уже, эти зомби, вообще. Тебя опять зомби убил. Я зомби.
Как он тебя так убивает? Ах, как задолбал этот спавн. Охренеть. Слушай, ну ты, значит, гри... У нас просто, знаешь... А, меня из сервера выкинуло. Что со связью? Норм... Тебя выкинул? Заходи. Просто у нас, знаешь, как принято? Ты здесь? Что с ним? Фламбер, кто выключился? Не знаю. Он отключился, да? Нет, он здесь, он что-то залагал. Он залагал, у него лагает, да? Да. Так, так, надо ему еще раз звонить, значит. Где он? Он на сервере? Так, вроде бы. Сейчас, стой, надо решать его. Нет, его нету на сервере. Берите вещи. А ты, а у тебя просто связь прервалась с нами, ты где был? Я? Да. Стоп, что еще делать? Мы дом ломать? В смысле? Что здесь дом? Игроки делают? Да не знаю, меня почему-то из-за скайпа выкинуло, связь потеряна. Да, связь потеряна. Слушай, мы хотим тебе так сказать, мы просто админы этого сервера, и хотим тебе сказать, что ты грифер, мы таких баним, как бы. Да. А, что такое бан? Ну, за... ну все, ты не сможешь, ты что, не знаешь, что такое бан, ты же здесь играешь. Да, какую я играю? Я только, я эту неделю только начал играть, что ты рассказываешь мне тут? Ну, просто ты грифер, а вот у тебя бабушка просто приятная, мы не хотим тебе особо причинять боли, ну, у тебя бабушка хорошая, честно. Но просто, да, давай, давай мы не будем тебя банить, как бы играй, но мы у тебя отнимем. Ты где? Ты где? На спавне где? Ну я давай хом... сюда. Я хом не могу прописать. Почему? У меня вообще какой-то. Не знаю, у меня все черное, у меня тут какой-то компьютер багнутый, как будто. Фламер, ТП его к нам. Сейчас. Господи, это что такое? Блин. А. Какой-то я в пустыне вообще откуда столько. Это все, что с моим домом осталось? Да, это все, что с твоим домом осталось. Блин! Игроки его сломали, как бы. Ну просто тебе нужно вот так вот наказать, потому что ты грифер. Нет, какая собака? Эти собаки меня надоели, умрите все вот тут. Тебя все едят, да? А, блин, а! Ну, видишь, тебя пушкой застрелил. Я опять на спавне, да задолбал. Фламер, ну мы что, мы наказали его как бы? Ну да. Отдайте дом, я сказал! Не-не-не, мы дом тебе не отдадим. Слышь ты! Ты грифер. Да. Я грифер, я знаю, это ж хорошо. Ну, что хорошего? У тебя все, а, тебе. Да чё, а чё? Мы тебе так. Если я админа убью, значит я сам админом стану. Чего? Нет, если... смотри, мы тебя не забанили, радуйся, но мы тебя лишили гриферского дома, понимаешь? Блин, а. Ах ты, ты дом, то есть ты мне уже не вернешь его? Нет, все. Ну блин, а. Слушай, короче, иди ты знаешь куда. Он скинулся? Фламер. Да. Ну блин, но вот согласитесь, ребят, я сделал все честно. Я совершенно не ожидал, что может бабушка взять трубку. Я реально не ожидал. Просто. Я не знаю, как поступить. Но я не забанил его. Я думаю, достаточно того, что я отобрал у него ресурс, как бы, и возможность эту. Все, он не сможет этого делать. Но мне чисто из-за бабушки ее не забанил, как бы. То есть, не знаю, ставьте лайк, если вы согласны со мной. Спасибо. С вами был Серджи и... Фламер. Фламер, заходите на наш сервер и подписывайтесь на его канал, ссылка в описании ролика. Как бы я не ждал такой серии, правда. Всем спасибо, блин. Пока.